Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всем доброго времени суток, с вами Саня, он же Злой Енот, и... Аннет, всем привет! Аннет, всем привет! В общем, мы продолжаем пилить игру под названием RPL. Короче, в общем, апрель. Наш апрель! Апрель в апрель, да. Наш апрель. Сразу к делу. Апрель в марте. Дело движения. Полетели, Аня. Полетели, как сдурели. Да. Так. Давай, лидер группы, открывай. Окей, гнездо насекомых легкое. Гнездо насекомых легкое. Легкое. Понеслась залетная. О, смотри, что-то оно и правда легко как-то их расклепало. Вот. Я решила взять, короче, какую-то другой вот это свой начальный выстрел. Ага. А ты, кстати, проверила тот, который у тебя на двоечку, который какой-то типа должен быть жесткий? Подожди, мы еще не проверяли его. Так, ну сейчас давай, знаешь, так. Пошли куда-нибудь зайдем. Да вон, стреляй сразу по толпе, вон. И как? Давай, подожди. Ты увидел ее? Вот она, ты видишь? Ну да, что-то. О, белка, смотри. А, прикольно, смотри. Это собака, как я и думал, типа в машине пулемете. Да, жаль, да. Она не двигается. Она получает, ну ее, значит, надо на босса в середину ставить. Да. Блин, крутые у тебя навыки. Вот сейчас так разочаровался в своем танке. Он вовсе и не танк, блин. Навыки, не, ну, как бы, мне лично не очень нравятся. А вот мой чувачок такой, который с виду такой ни о чем, блин, оказался такой именно темный. Эх, я сейчас разочаровался. Ну, так, хорошо, а хоть грибочки не разочаровывают эти тентаклевые. Кто не разочаровывает? Грибочки тентаклевые. Грибочки? А, грибочки. Они меня на позитивный лад настраивают. Значит, все хорошо. Хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Кстати, когда навыки заканчиваться будут, начну урезать кровопотерю. От нее потерю, ну, как бы пользы я не особо вижу, но вот в дальнейшем как бы надо. Получается, вот, я же не дорассказал это, я же решила вот другой снаряд свой попробовать. Ага. Значит, все. Он, получается, что он делает? Босс? О, босс! Его не представили обратно. А, ну да, легкий уровень, и поэтому его не представили. Вот сейчас мне чувствую, как влетит. Ну да, Блин, я нажала на тройку! Я говорю, блин, вообще разрывается, особенно с ультой, пока ты пытаешься... А, ну, в принципе, благодаря ульте там ему почти перетренда пришла. Сова, кстати, босс. Или какой-то головорез Миноке. Меноке. Получи, пизделёха. Все. Красавчики. Да, легкие. Красавчики. Ну, собака вот эта крутая. Вот у тебя вот этих навыков, конечно, четко. Хотя я прочитал, у меня есть один навык тоже, если я, конечно, правильно прочел и нормально понял. То будет тоже бомбейский навык. Он, короче, меня после смерти, короче, один раз типа, как это, предотвращает смертельную атаку или, короче, воскрешает меня, так и не дуплил. В общем, делай какой-то навык. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ребята, не отключаемся, смотрим, подписываемся, не забываем, что в следующем каком-нибудь из видео будет новый суперудар. Ага, новый суперудар. Крутяцкий. Лайки, дизлайки, все. Комментарии. О, подожди. У меня тут навыки. Навыки. Так, подожди. А я делаю суши. Суши в студию. Суши в студию. Что ты их еще делаешь? Это я все забываю про них. Суши в студию. Подожди секундочку. Секундочку. Так, суши. Ну, так, а вместо чего мне суши поставить? Сила. Так. Здоровье. Сила атаки. Приготовить перцовую приправу. Короче, сила защиты мне не нужна. Я так порешала. Чего я буду можешь? Есть суши. Суши. Суши на груши. Ты что-то так долго бегала. Залетаем. Я делала суши. Да, поехали. Так, это гнездо насекомых среднее. Кто любит суши, ребята, пишите в комментах. Все любят суши, особенно на халяву. Кто на халяву не любит суши?
Ай, не говори. Слушай, а мне понравилось вот это вот, что собака. Да шикарный навык, особенно на вот боссах, вообще просто. Если на обычных мобов как бы... И, кстати, я, слушай, перебью тебя. Я его как раз-таки установила, и благодаря этому мне показалось, ты не умер. А, да. Между прочим. Насчет этого не это, но чувак вообще жестко отрывает каждый босс. Если его, если по это... Попрокачивать этот мой навык на собаку. Да, было бы четко. Да просто тебе же самой было бы удобно. Ты его врубаешь, и он пока пилит босса. А ты там можешь отбежать еще чуть-чуть. Да. Вот. Мне надо поначалу забегать в самую пущу событий. Кстати, на крипов, ну, на обычных мобов он не очень. Почему не очень? Потому что мы их быстрее раскладываем, чем этот чувак. Да, это учит. Была просто ж проверка у нас. Не, ну понятно, но я в общем как бы говорю. И мне, кстати, нравится мой вот этот вот, которая, как сказать, автоматическая, это вот эта атака наша, где три-то линейка. Я сейчас взяла какой-то разрывной патрон. Ага. Ты посмотри, как он фигачит. Да, я вижу, и цвет вроде изменился. Кстати. И он еще, да, он стреляет синим, и когда он в них попадает, он еще, короче, типа взрывается. Ага. Так видишь, вот это особенно классно, когда я их в толпе собираю, и ты, да, блин, этой фигни начинаешь продамаживать. Они даже до меня не добегают. Ага. Ну, конечно, они все зацикливают на мне, потому что я в толпу их собираю, и все. А ты еще и разрывным туда швыряешь, там вообще... Да. Именно так. Вот, чем же вы нас удивите, товарищи? Мобы. Червячок. Я к ним что-то как-то так порядочно прям отношусь. Товарищи я их, товарищи. Да-да. Красавчики, друзья. Расход материал. Так, на какую у меня это супер крутое оружие? О, это червяк из этой... Из фильма. Где он? Дюна. Из фильма. Где он? Да вот он, вот он. Получай. Я собаку установила, это круто! Нет. И сейчас я еще одну надену собаку. Опа, подожди, чувак, не бей меня. Подожди. А, правда, моя первая собака, она очень быстро заканчивается. Он еще прыгает. О! Ой-ой-ой! Это он сейчас четенько. Нужно подождать, он мне говорит. Подождите. Ой-ой-ой-ой! Я в какую-то фигню нарвалась! Красно, да, я уже увидел. Какая-то типа лава. На тебе. Получил? Ну, его расчехлили. Расчехлили. Чехольчик. Смотри, я даже живой, ура! Я обещал выжить. Я выжил, я ж... О, тут что-то... Гнездо насекомых. Я сразу закрыл толком. Он находится там. Да ты что, ты молодец, он говорит мне, или что-то в этом орудии, потому что я тоже закрыла. Молодцы, а что делают молодцы? Они... А они кушают огурцы? Огурцы. Погурцы. Погурцы. Сращенцы. Умудрённый жизненный опыт. Хорошо, что мы хотя бы погурцы не пробовали в нашей жизни. Я точно не пробовал. Я, честно, не знаю вообще, что это такое огурцы. Но я думаю, это огурцы просто. Да, только вот в игре они называются погурцы. Вот мне больше добивает, как они там типа вялые эти погурцы могут хомячить. Ну, вообще, ну... Ты видел вообще, что в заданиях у меня происходит? Да, я что-то там забрал, отдал. Это ну, просто пока... миллиард заданий. Да, у меня желтых уже просто зашквар. Зашкварка. Так, да, ладно, зашквар. Поехали. О, вот теперь сложный, кстати. Гнездо насекомых сложное. Блин, у меня вот тут еще какие-то офигенные вещи есть. Я вот сейчас, слышишь, Аня, подожди, мы зайдем, я хаваю сейчас. Ой, суши мне надо съесть. Вот, я тоже сейчас что-нибудь заторможу. Нет, у меня апельсиновый сок и приправка сделаны. Так, я вот эту фигню захомячу, так. И вот эту. Лошары, ты посмотри! Они даже не подбегают ко мне. Бедняжки! Не, смотри, а выносятся они долго. Да, они подольше выносятся.
Я так сейчас стреляла прилично. А, блин. Блин, ё-моё. Ё-моё, что тут происходит, вы, грибы? С одной стороны, конечно, вот это мельтешение плюсом, потому что его, ну фиг там вообще выловишь в этом мельтешении. С другой стороны, конечно, когда против босса с этими ихними приколами, оно вообще не в тему. Ой! 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 Не ой, бойся, кошмар, спасу, кошмар! А, это ты не боишься, а жалеешь этих бедных... Да, они бедненькие, вообще несчастненькие. Грибочки мы вас любим, особенно жареные с лучком и с картошечкой, так что не переживайте, все у вас наладится. Ага. Как говорится, на, как говорится, десятилетие мы грибов уже набрали тут, а вот и добили, тут один лежал в ту тусе, как это, притворился мертвым. Ага. Вы что, еще притворяетесь мертвой чинкой? Бомбочек съешьте. Конечно, тут приходят всякие такие дупли. Пищ, пищ. Все, хана. Хана вам, ребята, получайте. Получи! Получи! А, получи! Куда им уже получать? Получи и распишись. Они и так уже бедные, несчастные. Ну, такова судьба грибов. Да, вот, кстати, поначалу я говорил, что круто, новый данжи. Я вот сейчас уже на третьем или на четвертом, и я такой думаю, блин, когда же уже новый данжи? Мы еще эти толком не побегали, оп. А уже хотим большего. Хотим большего? Какие мы вообще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот эти пушки, конечно, немного... Не, да, это держит. А еще одна. Расслабляться. Блин, меня в прошлых ой, господи, в прошлых данжах меня держали в тонусе пчелы. А, все-таки ой, такие крутые, как пчелы, я еще здесь никого не видела. Да, пчелы. Ули эти. Ули, да, да. И потом они как из этого уля вылетают, и задница твоя просто хана. Да, разрывают, тварь. Разрыв. Так что вот эта фигня, которая падает сверху, это просто пи. Ага. Да, не в сравнении, тут я даже не в сравнении. Получи! Отхвати! Ох. Вот подхватос. Ой-е-е. Ой-е-е. Вас тут что, разродилось только? Это что, боссы, что ли, или что? Да нет, ну хотя не знаю, меня там аж довольно-таки жестко тварит. Я даже не понимаю, какие-то миники? Миники, да, по-любому. Два червяка. Две глистые несчастных. О, тут эта стена, которая сейчас будет вот запуливать. Вот да, вот эта тварь, походу, что-то тут нам дело, поэтому... Ой-ой-ой, прыгай, чувак! Ух! Самый прикол, я сейчас, блин, с навыком упрыгал. То есть не... Как она называется? Не... Блин... Все, башни конец. А тупо навыками отпрыгал, прикинь. Что такое? А, ты одну... Я ту расклепала, сейчас эту. Все, отклепали их, красота. О, забрать, мне забрать. Мне нравится, что, блин, с... Босс! О. Блин, ну как же такой, такой стрёмный такой фильм ужасов был. Получай. Ну вот, из-под земли вылезали тоже такие... А, это дрожь земли? Дрожь земли, да-да. А, я помню, горал. Ребята, у нас сегодня дрожь земли. Ага. Червяк. Червяк. Дрожь земли. Оу, май гад. Что ты делаешь, дрожь земли? Он травит, паскуда это для меня. Меня жестко. Не, я пошел бегать, потому что иначе я сейчас откинусь. А я ему кинула туда гранат. Блин, что? Почему я не могу? Понижалку. Ох, смотри, что он творит. Он прыгнул на меня, чем-то я ему очень понравился. Он хочет дальнейшее знакомство произвести. Дальнейшее знакомство, правда, я не горю желанием. А, ну все, мне, в принципе, тут разложили. Я еще что-то так неудачно нажал. И меня разложили. Все, Аня, как всегда, вся надежда на тебе. Нет, ближний. Я его не вижу вообще, вот это, конечно, не очень.
Тут ближний бой вообще не рулит. А так по карте можно. А, по карте. Ну да, тут еще по карте сориентируйся. Я просто интересно, когда я его не вижу и стреляю в ту сторону. А, ну как ему вариант. Достается, нет? А вот не знаю. Ой, сейчас он что-то будет делать. Ой! Блин! Какой! Так, я пока задание там что-то понаделываю, там где-то позакрываю, еще что-то. В общем, почему бы нет, все равно, они сейчас всю работу делают, уровень берет. У меня тут просто пот. Да уж, я представляю. Так, это 600, это 200. Так, ну однако я все-таки по нему что-то делаю, конечно. Можно уже не делать. Надо делать апельсиновый сок и курицу. Ой, беги, беги, беги! Ага. Я поставила свою собачку. Но видишь, она у меня еще не прокачанная, поэтому она буквально на... Не, ну ты пока стоишь, она будет... На пару бить. Секунд она там бомбит. Ну все равно лучше, чем как бы ничего. Ну да, как такая поддержечка все-таки, это лучше, да? Ну вон ты его и так уже почти расчехлила. Ну, я-то собачку дважды пустила. Видишь, как чётень. Чётенько. Ес, чётко. А вон он на моем трупике. Не, ну это паскуда, кстати, в плане... Еее! Оно мерно меня. Слушай, собачку-то можно пускать вообще постоянно. Да тяжко, у нее хорошая перезарядка. А, ну так видишь как. Молодец, молодец, сказали мне. Молодец, молодец, Саня. Молодец, ты молодец, ты получишь погурец. Ты снова забрила этого босса. И тем самым показала, ты лучший боец этой арены. А я, признаю свое нубство. Да не, ну блин, реально, ближники вообще ни о чем. Пока увидишь, когда он что хочет сделать, и вообще, что он хочет сделать. Тебя уже успевают 10 раз развалить, размочалить, и в общем... Может, что-то по шмоткам у тебя там? Да по шмоткам у меня, конечно, слабо, но все равно это, блин, фигня. То есть я говорю, я пока успеваю понять, что где, у меня босс успевает нагнуть пару поз. Поэтому вообще без вариантов. Может, что-то все-таки тебе с одежей посмотреть? Так понимаешь, в чем фишка? Это надо, как это, задротить одни и те же данжи и выбивать с них. А ну смысл на запись это делать? Как бы я не вижу никакой. Не, ну знаешь, там можно какой-нибудь марафон сделать, типа... Только это уже потом, после бомбим записи. Бомбим там 24 часа. 24 часа. Ну, типа, что-нибудь такого. Да, я так, понял. У меня прокачечка есть. Сейчас, секундочку, я... Ай, прокачивайся. Я сейчас собачку свою... А, я ее не могу сейчас сделать. Не можешь. Как всегда, наверное, чутка осталась. У меня, блин, 4% осталось до, блин, кача. Так, ну, в любом случае, я делаю собачек сюда. Молитву еще подкачаю. А, и все, да? Так, создание курицы в панировке у меня. 2 из 3. Сохранить. Создание курицы в панировке? Да, ладно, это вся фигня, короче, потом буду уже доделывать ее. Мяса нет. Ой, собрать картошку надо. У тебя задание на картошку дали? Да. Прикольно. Как она называется? Что это за задание? А у меня в самом конце где-то... создание колы с перцем опять. Надо ну, быстро ее включить, пока ты не зашел. Кола с перцем. Ага, сладости нет. Ага. Так, стоп. Так, а ладно, я сейчас пока суши делаю в любом случае. На куриц. А, мясо. Мясо докупить. Так, я 50 тысяч-то заработала. Я. О, новая пуха! Что-то у тебя... О, кстати! Офигеть! Крепкая печать Мебиус Терни 50 уровня! Прям что-то такое мега зверское. Это просто мега зверское. Самое паршивое, что я развить ничего не могу. Вот мне даже ту же пушку... А подожди, почему не могу? Слышь, прикол, попробуй, если ты пушку новую взяла, развить ее. Там фишка в чем? Раньше текущее снаряжение показывалось сбоку, которое можно было, ну, сделать. А сейчас они не показывают, но улучшить можно. То есть я к чему это? О, вампиризм! О, Аня, я тебе про это только говорил. Реально, вампиризм могу вставить в это, когти свои. Ну, я тебе сразу говорил, что где-то должно быть.
просто шикардос. Я ж не могу. Там должно быть все равно всякие плюхи. Кстати, вот у меня пока моя пушка, походу, давай вот сюда. Что такое? Изменить класс, что-то там. А я думаю, мне, наверное, что надо? Шансы, наверное, везде. А, теперь плавить надо, что-то там теперь выплавлять. Круто, я, может быть, сейчас пушку... А почему я не могу выплавлять? А вот, нет, могу, все. Ты плавку должен туда вставить, она у тебя где-то в материалах будет лежать. Да, сейчас материал для плавки, получить очки плавки 50 единиц. А где ты видела, что какие-то свойства надо добавлять? Я только вижу, что сколько очков добавляет эта фигня. Нет, смотри, ну, сейчас где они? Снаряжение? Плавильный камень. Измерение, это... другое. Вот смотри, один плавильный камень, он просто обычный. Да, допустим, какой. А у меня есть какой-то плавильный камень 2, магический. И 3, да. А, это он получается... Просто 30 единиц добавляет. Да, он, по идее, просто очков добавляет больше. А, подожди, стоп. 30 единиц. Да, он 30 единиц добавляет. Стоп, второй класс. Это 10. Подожди. Ну, да. 10, то есть просто меньше надо. Надо просто лучше меньше. Плавить тогда крутым получается. Нет, мелкими лучше. Они, ну как бы, их много надо, чтобы улучшить. То есть смысла разницы никакой. Тут без разницы, какими плавить, просто некоторых блин, надо. Блин, эти они... шмотки еще можно развивать, и они станут да. редкими. Да, вот. Но на них у меня материала просто нет. А я вот сейчас развил, короче, эту фигню, перчатки. Ты развил. Видел, сколько у меня жизни? 10 тысяч. Да ладно, у меня 6800, ты чё, Галя? 10, мать его, тысяч. Обалдеть, я в шоке. Как ты так вот, я не представляю. Так, ну это я по-любому меняю. 10, мать его, тысяч, мне заело. Да я, понимаешь, если бы у меня такая фигня, у танка... то я бы, как бы, наверное, так же бы офигевал бы. Да. Там, как говорится... Я вот думаю, что-то же можно из этого все разломать. Вот это, например. А вот мне синие камушки, пещерный камень теперь нужен. А подожди, а я могу, допустим, его поглощение? Нафиг, я сейчас все это сломаю. Развить я не могу, еще не хватает. Так, а если какую-нибудь другую шмотку? А там, в принципе, без разницы. Там везде нужен этот синий камень. Да, тут везде этот синий камень нужна. Ну, тогда поразламываю сейчас. Так, это оставим. Это ломаем. Это ломаем. Да, тоже сейчас решил немного поизвлекать все это фуфло. Так, извлечь. Кстати, крайне паршиво дают, когда извлекаешь, вообще практически. Ну, на это, наверное, весь акцент сделали, чтоб... В общем, вот такие теперь. Не, там какие-то шикардос надают. Не, прикольно, у меня теперь новые шипы, похожи на мечи с этой, блин, игры. И фильм, в принципе, есть, уже забыл, как он называется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же эта фигня называется, интересно. Так, а вот этот я, походу, дело оставлю. А, ладно, забыл. Не суть важно. Там еще вот эта ушедшая раса, пришедшая раса. Как она, блин... Это что, такой фильм? Да нет, игра. Вот там вот у инопланетян были такие же шипы. Там еще чувак такой здоровый в костюме лазит. Ну, не в костюме. Чувак там. Здоровый в костюме лазит. Ай, блин, книжку как раз читаю про это все. Бог с ними, вспомнил. О, у меня тоже вампиризм есть. Ну, видишь, так четко. В оружии. Ну, четенько. Ну что, полетели? Подожди. Я себе делаю оружие еще пока. Что? Чего? А, подожди, мне нужна плавка. Мне нужны плавки. Плавки? А то без плавок я какая-то... Гуленькая. Не понимаю, на кой нам, да, но вот это жаркое из моллюска, в принципе, пойдет на задание, если на спасителя этого надо будет закрывать, как раз, причем бы и нет. Так, эту фигню приготовлю еще, эту и... Вот эту нахуй. Я, конечно, не знаю, надо ли это все настолько плавить, насколько я плавлю. А, в общем, плавь, надо. Плавь, детка, плавь.
чтобы были у тебя новые плавки. Ага, плавки. Плавки, старые новые плавки. Так, что ты думаешь, шанс крита сделать? Не знаю, я все на вампиризм кинул. Тебе на шанс крита, потому что тебе вампиризм, как бы, может быть, и не сильно поможет. А вот мне он должен помочь очень основательно. Иначе так, я там подумал. Он мне опять не дает. Опять плавку надо делать. Ё-моё. Так, а сколько у меня? А, ну, можно... Я просто хочу супер крутое оружие сделать. Да, чтобы ты выносила боссов. Если меня обратно порвут, чтобы ты могла выносить это все. Да, короче, я так поняла, здесь один раз улучшаешь, потом плавкой добавляешь. Да, да, потом да, его опять можно повысить. Ах, у меня не хватает, блин. У меня тоже с него камушка пошло. У меня не хватает 3 пещерного камня и 3 таинственный пещерный камень. Ну вот. Блин, и так бы пуха... Ну, она у меня и так сейчас крутая пуха. А ты и так 5000 бегаешь. Я тут со своими 6 где-то рядом нервно покуриваю. Подожди, я сейчас еще эту разберу. А, с нее нифига нету. Так, а подарков нам никаких не надали? Не надали. Изготовить. Ну чё? Ну чё, поехали? Так, сейчас... Кола с перцем сейчас. Давай. Так, а что такое? А что нам надо, чтобы сделать колу с перцем, ты помнишь? Колу с перцем? Сейчас скажу. А, нет, это перцовка, а кола с перцем. А, сладость. Сейчас секундочку, я сладость быстро куплю. Кола с перцем. Пока мы стоим. Да, я, кстати, тоже мог бы сделать. Сладость, да? Спасителю. Мне по заданию. А по заданию? Я чувствую, ты сейчас все эти задания желтые поделаешь, а я потом буду втыкать сам. Ну и ладно, вообще. Да я застрял. А нет, я просто увидела и быстренько, вот что знаю, быстро делаю. Все, поехали, я готова? Давай. Готова к труду и обороне? У меня супер крутой перс. А ты сейчас, блин, жесть. Я же говорю, что, блин, стреляющие дальники грулят. О, тут какой-то чертило тут. А, друган стоит. Не пойдет, что ли? Да, вот сейчас как-то уже изменилось. Нифига он выносит, он зверь. Да, я представляю, ты сейчас ревешь бедных чебуреков. Нет, это реально заметно стало. Ну, конечно, блин, а что ты хочешь? Заметно. Нет, у меня, кстати, понизилась атака, но теперь у меня вампиризм должен был появиться. И вот что меня очень... Ну, я сделала вампиризм себе один раз. Ага. И сделала атаку. Вот, а я вот... Ой, атаку, шанс. Ага. Не, я все на вампиризм кинул, плюнул на шанс крита и прочую фигню, потому что я быстрее дохну, чем, блин, что-то успеваю сделать. Я думаю, что мне, наверное, тоже не надо было вампиризм делать. Не, ну почему нет? Ты хотя бы стиганца, но жизни будешь пополнять. И все, и будешь далее отстреливать. Босс? Да какой там, блин, рано. Грибочки. Грибочки, грибочки. С коносами. Грибочки, грибочки. Опа, круто. Сейчас красиво их так порешил. О, обратно пиявка этот. Оу, еее. Не, вот сейчас я как-то уже и не что мне надо, блин, банки подобные. Хотя вот крипы, я помню, меня, в общем, немного надсуживали бывало. А сейчас как-то так четенько идет, что дай боже, так же дальше все разгребать. Правда, вот сейчас я вижу, как у меня мана уходит шикардосно. Что тебе надо было помочь? О, вы кто? Какие-то новые... Вы кто и как вас зовут, товарищ? Шнобики. Шнобики. Тоби, Тоби нашел хозяина, Тоби свободен, да? Сейчас нам будет свободен. Вау, это какой-то баскетболист! Да, смотри какой, вот это первый жесткий босс. У меня аж перс развернулся и попытался убежать в ринге. Да? Ага. Ты что такой слабак? Я тебе кричу, вот это я его тарабаню. Да? А нет, я поставила двух собак. Опа, пошел я убегать. Ой, я поставила двух собак, и мне еще по барабану. Да, и вдали его раз. Ой, мне не нравится, что... Ты куда на мою собаку пошел? Пещерный Халк!
Черт! Блин, ребята, где ты? О, смотри, что там. О, нет! Нет! Тварь! Как он тебя отжег, да? Вообще, говнюк! Он очень обидчивый. Ты сейчас получишь пиндюля у меня, обидчивый. Получил? Тварюга. Мне этот босс понравился. Я его вот как раз этот ближний. Потому что он дальник, этот босс. Да. Ну ничего, я просто не ожидала, что он так выстрелит и застряла там немножко. Но я все-таки не умерла. Заметь. Молодец. Ну блин, 10 тысяч здоровья, нифига себе. Кто из нас танк? Не говори, кстати. Это что-то невероятное здесь. Да. Не, ну у тебя шмотки, походу, у тебя там по-любому что-то со шмотками вообще шифозное. А вот мне так не фартит со шмоточками, так что... Ну, в принципе, оно не удивительно. Если танк еще и с фартовыми шмотками, я бы вообще... О, зато я прокачал какую-то фигню. Зато я прокачал какую-то фигню. Это было так, знаешь, звучало так как-то дручающе. Ой-о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 й, о, ребята, фу, я испугался, я что подумал, такое? Что я нажал развить, при этом у меня стояло типа там на поглощение ОМ, я думаю, не надо, вампиризм и ничего кроме вампиризма. Хотя подожди, крит шанс, крит, а да у него нет, там ты бахни, может, что-нибудь такое-то хотя бы для атаки-то. О чем ты говоришь, у него шанс там, смотри, главные свойства, шанс 1.37, крит 51. Смысл? Я лучше на него вампиризм буду. Самый прикол, что навыки-то у меня, точнее атака у меня у самого-то жесткая. Ё-моё, мне опять новая шмотка упала. Чёрт. Что же мне делать? Так, что? Качай, если лучше. Если хуже, не качай. Да у меня нет вот магических пещерных камней, вот, конечно. Я бы их взяла. Кстати, а сколько, ты говоришь, пушка у тебя выносит? Ой! Я кинула бомбочки. А кого ты пуха сейчас у меня сила атаки 914. А подожди, у меня, походу, около того же. Да, 914 основной ранг. Ну, да, в так принципе. Плюс-минус еще относительно приблизительно похоже. Так, нет, это я не хочу завершать. Вот у тебя есть такая пуха, ой, такая шмотка, которая дает почти 4500 здоровья? Одна у меня вроде бы слабенькая какая-то есть. А нет, даже та, которая вот у меня ля крутая, она ни о чем. Там всего лишь... А нет, там сила защиты 1100, а здоровье 730 добавляется. Вот это из новых, которые дали. И все, а все остальное у меня фуфлыжное. Почему я тебе говорю, у тебя... Ну вот у меня две шмотки, которые дают 4500 здоровья и 2300 здоровья. Ну вот. Ой, какое-то задание крутое сейчас. Правда, у меня погурцов теперь нет, но зато какое-то крутое задание. И плюс задание. У меня еще одна новая шмотка, которую бы я, наверное, одела. Короче, сейчас крутое какое-то задание сделано погурцы, и, блин, дали много, тупо много. Завершить, ладно, пойдем. Так, что ты думаешь мне сделать? Здоровье, наверное. Показать, закрыть. Так, у меня уровень был. Был уровень, надо про... О, что-то мне новое дали, между прочим. Каменная глыба. Новое дали? Да, топнув ногой, создает каменную глыбу. После удара головой по появившейся глыбе сколько разлетаются такой врагов. Да ладно, ну это вообще какой-то трешак уже жесткий. Что? Я послушала, что-то не услышала. А, сейчас это будет орало, я сейчас хочу посмотреть, как оно выглядит. Что-то какой-то новый крутой этот? Ну, типа того. Он что делает? Он, короче, топает лапкой, потом в образовавшуюся глыбу бьет головой и разбивает эти осколки, летят в противника. Ой, ё-моё, это что-то как-то чересчурно. И не говори. Блин, слушай. Кто ударил головой? Или что-то. Ну, нам реально надо будет проходить некоторые данжи по несколько раз, потому что нет материалов дальше улучшаться. И это очень плохо, если честно. Да, я согласен. Я что-то вот этого навыка так и не понял, в чем его прикол.
пишется, короче, слышишь, они еще раз прочитают. Топнув ногой, создают каменную глыбу. После удара головой по появившейся глыбе осколки разлетаются, атакуя врагов. В смысле, после удара головой по появившейся глыбе? Ну ударь головой, чувак, давай. Или подожди, что ты какой-то навык дебильный, честно говоря. Так смотри, круто! У меня типа от твоих псин получилась какая-то фигня. А кстати, да, мои собачки тебе еще добавляют. Вот у меня получилась какая-то фигня, вот типа твоей псине, только твоя псина, смотри. Она, короче, атакует сама, а у меня вот эта глыба. Она, короче, я ее как бомбу ставлю, и через какое-то время, либо если я по ней ударят, либо если я по ней ударю, она взрывается. Ну вот видишь. Ну я вот правда не знаю, вместо чего ее запихнуть, потому что реально уже места нет. Что-то интересное. Интересный вариант, согласен. Но что-то, я даже не знаю, честно говоря. Места вообще не хватает под эти навыки. Просто даже не знаю, куда можно вместо чего влепить. Хотя, в принципе, сейчас актуальность метки не так уж велика. Хотя, с другой стороны, при атаке врагов подвержены. Я, честно, не знаю, какие у меня тут навыки еще есть классные. Вот этот навык Магнум, я, если честно, не поняла. Все равно как-то не очень хочу их ставить, честно говоря. Он у меня стоит на Z. Надо им, конечно, пользоваться, видимо, тоже. Ну видишь, тут еще от урона зависит. Я до сих пор еще с уроном не разобрался, потому что вот у меня не допустим. Я, если честно, тоже не сильно разобралась еще совсем. Урон 800 и 1600 последний навык вот у меня. А вот, допустим, я возьму навык такой вот кулак. Кулак 350-600. Но он, блин, удобный. Использует свою звериную сущность, сгибает противника. Смотри, а у тебя есть такая фишка в инвентаре? Серебряная реликвия. Волшебный камень, ломающий пространство из разлома, может появиться случайный монстр, спуск которого с высоким шансом можно получить ценную награду. До 5 часов вечера. Да, есть. Слушай, а может ее надо где-то... Может куда-нибудь отойдем, бахнем? Ну, давай... Ради прикола. Попробуем. Пошли ты где? Просто вот, мне кажется, пошли. Если это какой-нибудь полурейдовый босс, у нас там это раскрыто. Ну ладно, что, у нас их много, давай вот здесь бахнем. Давай. Так, а как, что, как сделать-то? Ну, наверное, на него нажать сейчас посмотрим. Или в измерении, кстати. О, вот он. Да что это? Это что и было? Что? Делать? Коробка, я получил какую-то коробку, посмотреть, что в ней. Давай заберем. Белые перья какие-то. Я тоже хочу попробовать. Я тоже хочу. Давай. О, давай. Цветочек. Бедняжка, короче. И что тебе дали? Месим их. Он еще один, что ли? Ты его видишь? Да, я все эти камни потратил. Правда, мне дали, короче, фуфло какое-то. Два. А нет, не фуфло. Дали камень, пещерный камень, который нам нужны. Прям я ж не могу как. Прям аж пищим, как нужны эти камни. А мне это... дают какие-то перья белые. А вот мне как-то... Ты смотри, какая фигня! А, ого, она жирная. Да. Оп, убивай ее, а то убежит. И? Не знаю, смотри, что дали. Ничего не дали вроде бы. Не убежала в случае? Может, она убежала последняя? Да нет, вроде. Я пока просто открываю всю эту фигню. О, да. Гоблин шеф-повар! Ну, круто! Еще так, один. Что? А сколько у тебя? О, этот еще дерется. Ты че, чувак, в смысле? О! Было! Это был какой-то жесткий чебурек. Он после смерти вот такую фигню накинул. Видимо. Ты смотри, самое прикольное, что вот так вот, если нам попадется какой-нибудь такой противник, чтобы ты знала, что он после смерти, он будет вот такую как... О-о-о! Смотри, мне дали еще три коробки. Коробка получения пояса охоты. Да, мне тоже такие коробки дали. А ну, я нажму... Ты их просто не видел. Там перья. А, перья?
Да, тогда перышки какие-то. Открывать. Для ивента. Какой-то ивент идет, а мы даже о нем не знаем. Да, кошмар. Да. А давай навести, можно посмотреть, у кого что дается. Коробки перья, монстры, так, слабые. А интересно, для чего они? Можно обменять на различные предметы у Сонары. Это походу на первой локации, это Сонара. Ну, точнее, в Академии. Хотя я не уверен, если честно, насчет места расположения этой Сонары. Так, ну ладно, посмотрели мы, короче, несколько непонятных боссов, видимо, в честь ивента. Ага, еще и... какую-то фигню. И если честно, набрали каких-то перышков, ну пока мы в этом не шарим. Ага. Поэтому, ребят, на что продолжим дальше наше путешествие. Кстати, у меня заданий куча пооткрывалось, надо и позакрывалось, так что я сейчас половину позакрыл. Может, половина этих перьев и как раз связана с этими заданиями. Жизни восстанавливаю потихонечку. Так, спасателя надо закрывать. О, временный квест. Ого, степень. Лада 110 и очки хобби 115. Круто. Правда, минус перец и минус водоросли. Ну пофиг, потом дособираю. Зато дадут круто. Так, что это у нас? Хлопок. Нет, отказаться не хочу я эту. Это что? Серебряная... Нет, 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 нет. Я хочу сегодня. Нет, нет, кстати, нет. Вот нет. У меня уже сейчас этих вкладов очень, ну, да, мне кажется, много. Надо будет потом все рецепты поперекупать. Потому что, ну реально, вкладов этих просто... Да фига. Надо уже эту всю фигню закрывать. Так, это я тоже делаю. Сейчас 5 секунд. Надо, надо. Никто не спорит, но я делаю суши. Суши. Суши в студию. Так, хобби. У меня хобби поднялось. Прикинь, очки получил на хобби. Так, блюдо прокачаю. Да, при изготовлении блюда есть шанс уменьшить время изготовления. Так, могу еще прокачать? О, отлично. И у меня открылись следующие эти пункты навыков. Прикинь? Так, что ты там говоришь? Я тут за это волнуюсь. А, ну ты на своей волне, я понял. А так, вот, отлично. А, в хобби... Ну у тебя поднялся... какой 7-й уровень? 2000 у меня, у тебя? Хобби ты имеешь в виду? Да. А, так, хобби. У меня 2400 и 42 очка вкладов. То есть я же говорю, я сейчас что-то делаю. У тебя 7-й уровень? Хобби. Да, 7-й уровень и 2 очка. Ой, 42. 42 очка вкладов. А у меня 1082 очки вкладов. Уровень 7. Ага. Прокачанный уже на 2000. А, так у меня 1600. А сколько очков вкладов у тебя? Есть вклады 1082. Нет, зайди в хобби, там очки вкладов, которые ты разбросала по навыкам. Вот их посмотри, сколько у тебя их. На аж? Наверное. Нет, это не то. Джей. Джей, там хобби нажимаешь сверху. Джей. Как-то так. Ну, титул? Нет? Титул у меня. Нет, есть. Хобби, хобби, посерединке. Титул. Хобби. 60% 7-й уровень. Или не то. Ну нажми на хобби. Плюсик. Плюсик. Очки вкладов 40 у меня раскинуты. А, вот 42. Кстати, что я заметил. Ну ладно, не суть. Нет, они 42, но у меня 2 никуда не кидаются. А, так у тебя, по идее, уже новая вкладка открылась, если у тебя 42. И ты можешь влить в следующую вкладку. Нет, я уже все влило, и у меня 2 осталось. А, ну 2 очечка, и они у меня чуть никуда. Я все влил, то есть у меня под ноль ушло. Я влил на 40 уровне применение материалов, и все, у меня все влилось под. Ну ладно, в общем. Ну что? У меня что-то ничего не вливается больше. Вот видишь? Так, я запускаю нас. Полетели. Кстати, полетели. Вот рейтинг данжи 833. У меня 914. А у меня 699. Ну видел, какие у меня, значит, шмотки крутые? Конечно, видел, блин, точнее, получается. Не видел, это из-за шмоток, тогда я. У меня фуфлыш этот, блин, стоит, поэтому и.
Ну а других пока нет ресов для развития тут. Это надо данжи фармить. Да, фармить. Потому что материала нет. Да. Мы сейчас, кстати, можем так. О, вау! Ёжики. Какие-то каракатицы на камне. Ну самый прикол, что несмотря на то, что я по уровню, точнее по этим проседаю по рейтингу, но, блин, как оно говорится, урон у меня все равно свой бешеный. Как полагается. Нет, вот фишка тут... в том, что нас могут не пустить в какой-нибудь данж скоро. Да, кстати. Но пока не спускают, я что, удивляюсь, несмотря на мой низкий... Может быть, я уже перекачалась просто? Скорее всего, ты просто качаешься, как полагается. То есть, вот именно вот в твоем смысле ты сейчас просто качаешься, как надо. Поэтому тебя вот так вот и, ну, как бы... Ой, дербали. Кстати, подожди, мне надо попить, поесть. А, да. Я вот сейчас тоже... У меня только что все перекачалось. Может быть, конечно, и раньше. Я просто сейчас заметил. Все, что я хотела, я съела. Подожди, я сейчас апельсиновый сок тоже захомячкаю. Есть контакт? Ты там уже кого-то... О! О! Я даже не ожидала, что это босс. Да, какая-то фигня. Ты почему на меня бежишь? Блин, он каким-то шипами в меня кидался. Да, правда, у меня благодаря этой хилке я его, в общем... Блин, моя собака меня просто прикалывает. Если мне дадут ее еще дальше качать... Ну, куда они денутся? С вампиризмом шикарно, я тебе кричу. С вампиризмом реально шикоз. Будет возможность, я еще вампиризма прокачаю. Потому что реально тема. А я думаю, что я все-таки с вампиризмом заканчиваю. Да, тебе криты желательно. Потому что я же ближник, у меня, меня просто разрывают по-жесткому. Я что-то в шанс бахаю все. Ну, правильно. Так, выходим. Что-то у нас вот это задание в 30 секунд, да, данж прошел? Ну, это низкий уровень, как бы, все понятно. Да. Все очень понятно. И быстро. Есть контакт. О, я опять какое-то задание взяла. Я тоже кучу заданий понабирал. Ой, тут еще два. Ептить-мутить. Не говори, желтые, да? Ну что, так. Подожди, у меня еще задание есть синее. Давай. В смысле синее? Откуда у тебя синее задание? Ты что-то уже выполнила? А ты что-то, наверное, выполнила. А нет, я уже, значит, до этого что-то выполнил. У меня полурейд в локации. Полурейд? А вот у меня полурейда до сих пор еще нет. Где-то ты... А, стоп. Нет, у меня полурейд еще не открылся. Может, о, создание курицы в панировке, я что-то его не видела. Ой, подожди, у меня навыки. Навыки, сейчас, секундочку. Ага. Так, мне надо мою собачку качнуть второго уровня. Вот. Интересно, почему у тебя полурейд открылся, а у меня нет? Ну, хотя, в принципе, если судить по моему рейтингу, то ну, неудивительно. У тебя, скорее всего, по уровню уже перекач идет. Так, создание курицы в панировке. Секундочку. Давай, я пока смотрю, у меня какие-то... А новости. Что за курица в панировке? А, курица. Вот она, курица в панировке. Блин, у меня мяса нет второго сорта. Ага. У тебя тоже нет? Она, кстати, только из данжи выпадает. Почему? Разве? Да. Соскун? Нет, соскунца подай... третья. А, ну так там и второе падает. Там вот бывает третье и второе падает. Я помню, бил. Нет, так нет, что... нет, я уже проверяла. Только да с мобов. Ты прочитай. А, ну... Ты на самом можешь. Задании прочитай. С мобов в подземельях. Сейчас, подожди. Подожди, я вот тут сейчас попробую шмотку прокачать. Да, я сейчас попробую прокачать... Так, развитие. Это попробуй, я... Попробуй. Я ничего не могу прокачать. Так. У меня везде что-то да не хватает. Да, кстати, у меня такая же фигня, обработанный пещерный камень. Такая же фигня. А нет, стоп, вот эту фигню я могу, допустим, прокачать. Да. А почему бы и нет? Допустим, и что? Так, генерация ЛЗМ не надо, в принципе. Слишком медленно для меня. Или нет, у меня меньше не затрат маны. Защиты поставлю, кино. Есть? Я вообще ничего не могу качать, потому что у меня ничего нет.
Нет, у меня какая-то тут шмоточка, я ее могу, допустим, сейчас улучшить. Сейчас я этим и воспользуюсь, потому что, ну, как бы, лучше. А то бегать со своими несчастными там пару тысячами вообще без вариантов. Когда тут Аня бегает с 10 кусками, аж даже как-то... Да, 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 это есть, то что есть, то есть. Так, а что там, значит, это... Ладно, я пока гильду вкачну. Давай, развитие. Я еще посмотрю, что я могу сейчас еще прокачать. О, кто-то хочет вступить нам в гильдию. Принять. Круто. Видишь, какие мы крутые? Кто-то а, больше места нет. Так. Ага, ну а дальше я фига с два что прокачаю, потому что у меня по навыкам ничего уже не проходит. Сколько у нас? 22 человека. А да. Сейчас 21. Кстати, вот это тоже. Может, а почему он не принимает тогда? Может, он не в игре пока? Не знаю. Ну ладно, бог с ним. Так, развить сейчас 5 сек, извлечь. А что за пара? Вот меня сейчас интересует вот эта пара. Доступна только для пар. Ну-ка иди ты, стань моей парой. Ага, мальчик с мальчиком. Не, я... Да просто ради интереса посмотрим, а потом выключим. А, вдруг нельзя будет выключить. Ну ладно. Будет ударно. А что, слушай, ну сейчас же очень популярно там. Даже Оскары дают за то, что ты поднял тему. То, что ты Кончита Вурст или какой-нибудь... Да-да-да. Там Рики Мартин, я не знаю. Рики Мартин. Рики Мартин это еще самое безобидное, как мне. Но он же так, тоже нетрадиционной да ориентации. Да ладно, Рики Мартин нетрадиционный? Да ладно. На фоне баб я там подобное снимаю. Ну, посмотри, прочитай по него, про него. Да я вот первый раз слышу. Пиарщик он, наверное, просто, поэтому. Да нет, он даже, по-моему, замуж вышел или там женился ли. Ты не путаешь? Это с не с этим, который поет в «Короле льве» мультики? Нет, 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 это... Я поняла, кто он. Как Энтон Джон. Элтон Джон. А я думал, что это про него. Вот про Рики Мартин. Не, Рики Мартин, Рики Мартин. Ну чё, ребята? Не, ну блин, мне так нравится его... Когда он их сгребает всех. А, я, кстати, хотела попользоваться вот этим ударом. Подожди, это что был за удар? Секундочку. Самое прикольное. А, так это же мой любимый, я им и пользуюсь. Это команда сейчас уходит. Ту-ту-ту-ту-ту. Разрыв. Там какой-то чудотворец побежал, или кто ли? А, да пусть убегает. Призрак какой-то. Пусть убегает. Мы его еще догоним. Да, вон он. Это, походу, типа наш. А, или не наш. Оу! Ю-ху! Ты посмотри, он мотоциклист! Ага. Бородатый мотоциклист! Не очень нравится мне это, честно говоря, что он мотоциклист. Ой, ой-ой-ой. Где-нибудь круто. Ааа, блин! Да. Короче... Ё-моё, ты где? Удачи! Ты уже умер? Да, да он, блин, вплотную я к нему подбежал. Как ты мог? Мне хана. Он какую-то фигню с тупора раскручивает и жопа. Подожди, а где мне можно... Раз... Собак своих ставь, и он разносить будет их. Блин. Чё, я собак... просто я ульту не могу включить. Чего? Ну и как сказать, я боюсь включать. Да ладно, чё ты боишься? Всё, сейчас вот здесь включу. Отлично, пока там мои собаки его лупят. А оно у тебя не сразу? Ты смотри, что? У меня собак выбегает, еще и 3 штуки здесь. Японский бог. Я говорю, вообще жесть. Ты смотри, что они творят. Да, только, блин, жалко, что они вот когда ты далеко от этой твари, они, в общем... Да, он... Вот он такую херню в прошлый раз делал, и меня тупо размазало. Причем с одного удара, я там даже отскочил. А, нет, подожди, слышь, что мы это голосуем? Слабо он тебя кувырнул. В смысле? Ну, там толком ничего и не осталось. Чи не отнялось. Где он? Он убежал. Он тебя испугался. Он увидел, что ты это не я.
И, в общем, бобо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я пока мисрезы тут отправляю. Почему бы и нет? Все равно. Нет, ты, значит, там по резам угораешь, а я тут по тыкве отхватываю. Четыре, блин, ручья. Беги, 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 беги! Скажи, вот же халявщик, быстро умирает, а мне тут босса под дно. Да не говори! Так, еще супер удар. Давай, у тебя почти получилось. Давай. Собака самое интересное, что я даже сдали ее устанавливаю, она устанавливается возле босса. Ну вот это, кстати, шикарно, когда такие вот варианты. Так, этого спасателя вообще все позакрываю. Я к нему близко подошла! Получи, тварюга. Так, где собака? На тебе, гад. Да все, а нет, еще не все. Собака! На втором уровне две собаки. Все, красота. Достижение! Награда в экономику. Ага. Кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Аня! Кто здесь босс? Кто босс? Блин, и мне дали тупорылую аптечку. Ну на кое она мне надо? Я все равно не успеваю этим всем фуфлом воспользоваться. Ребята, ну вы что гоните? На кое мне это все барахло нужно? Чисто вот, блин, на локации. Что-то где-то под уплете, а так вообще ни о чем. Так, даем. А я еще тут. Ага. Так, ну давай, 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 давай. Я уровень взял. Аня, так, уже на вторую. Кто тут главный чувак? Идет. Задание завершать. Блин, я удачно взяла все-таки. Собака? Персонажа. А, да. А вот я почему-то обратно прогадал. Ну, называется, мальчика взял, вот и получаем мальчика. Это было, блин, этого паршивого лучника брать. Йо, у меня еще два задания. Да мне тоже, причем синий одно из них, да? Синий одно из них уже давно, по-моему. Так. У меня синих вообще два. Синих вообще два. В полурейдах. В полурейдах. Так, значение пополнения школы увеличивается. И вот период. Здесь у меня еще задание у продавца. Покачивать. Да, вот этих буду покачивать. Оу, черт. Я тут уровень взял. Сейчас быстренько повливаю. О, хлопок появился. Хлопок? А, это вот такое дерево, что ли? Здорово. Да. А давно появился? А я, кстати, не заметил, как давно появился. Так, вот видно. Стоит, что появилось. Ага. Так, пинок я прокачал, ну и все, походу. Больше. А, видимо, только что было апельсиновое, значит, только недавно. Ай-яй-яй, блин. Что такое? Вот не подтверждение, вот сделайте с навыками подтверждение. Вы точно хотите сюда влить? Да, вы уверены? Нет, ну и ладно, до свидания. Так, а я делаю суши и, честно, сказать, что у меня уже сельдеречка почти нет. А у меня там тоже что-то закончилось, какой-то рез. Да вот, применить, да, применить, бат, нажал. А, вон, дерево, кстати, горит, недалеко, побежали? Побежали, глянем. А что глянем, пособираем? Я по пути заодно еще какую-нибудь фигню пособираю. Вот, эти души по-любому надо будет. Так. Бежим, 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 бежим. Включили первую космическую. О, тут еще хлопок. А, сияющий хлопок. Кстати, мне перчатки какие-то дали. Да? Да, когти тернии. Когти тернии, а у меня стоят удобные когти мародера. Ну, я тебе по этому вопросу ничем не помогу. Самое прикольное, что, блин, они, походу, покруче, чем мои, короче, но я, правда, не знаю. Ну, пока они хуже, но все равно, как бы, я смотрю, то они такие неплохие. Надо будет подумать потом насчет них. А ты уже до дерева добежала или что там? Нет, я клен рублю.
А вот я тоже сияющий хлопок сейчас нашел. И его пилем. Да. Вот так. А вот. Где я, мне интересно, господи. Кстати, я... на этом дереве никого нет, так что мы сейчас можем, в принципе, тут встать и два часа что-нибудь рассматривать, делать, рассматривать. Да, никого нет? Ну я вообще, знаешь, где-то в таких дебрях. Что так, что ты пока начинай, я подбегу. Не, ну начать я начал, но я же говорю, тут два часа сейчас он будет еще пилить. Я пока всякие ресурсы открываю, всякие ящики, всякую фигню такую. А я, кстати, еще? Постоянно говорю, я не проиграю Кайлу. Ага, то бишь да, тебе. Да, пока только я сливаю. О, я нашла жабу. Жабу? Жабу? Я поднимаю с нее какое-то мясо. Интересно, какого уровня? Третьего. С них третьего. А ты убей по несколько штук, там вот бывает еще второго упадает. Но вот я именно набивал почему-то со скунсов. Там куча падает. Нет, ты просто не замечаешь, что это не со скунсов. А я больше чем уверен, Аня, я тебе серьезно говорю. Я вот в прошлый раз, когда собирал... Ну вот тебя не было, получается. Я, короче, специально тупо вставала там, короче, и рубила их там пачками. Ага. И у меня этого третьего уровня было просто немереное количество. Мясо именно, а второго уровня не было ни одного. Ну видишь как. Не, все-таки вот эти когти тернии покруче будут, чем мои. Потому что я вот сейчас смотрю, у моих, короче, белый, потом два синих, желтых. А вот у этого два желтых и потом четыре оранжевых. То есть вот эти, которые мне дали, по-любому должны быть жестче. Ну оранжевые, по-моему, это самые крутые шмотки. А, однако. То есть, я просто уровень вижу. Сейчас то есть у меня, допустим, на 38 уровне желтые, а вот эти когти терни на 38 уровне оранжевые. То есть они, по идее, должны быть круче, значит. Да, у меня пушка тоже желтая. А вот, короче, какая-то легкая печать пирамида терни, она оранжевая. А я все равно прокачать нифига не могу, потому что... Одна шмотка у меня вообще полностью прокачана до 50 уровня. Круто, вообще шикарно. Она мне причем выпала. У меня вообще ресурсов так не хватает. Тупо. Кстати, я вот сейчас значков в лиге клины с паком. Сплошной пак идет. Я вот это дерево, блин. Ты закидывай в гильдию. Я закидываю, но, блин, я тебе кричу. Вот и я пришла. Забьем на это дерево, ну потому что смотри как медленно, мы сейчас половину записи, видосика только убьем на то, как будем пилить это дерево. Не говори, кстати. Потому что ну прям жесть. Ну ладно, сейчас я маленько давай порубим, я пока тоже здесь. С другой стороны, вот хорошо на этом, допустим, порядок изучение поналожу. Смотри, как у нас растение, изучение растений хорошо идет. Да, да. Плюс... Один, то есть за счет ты этого причем можно... себе поставил в титулах ускорение любого сбора на 2%. Да. Молодец. Завершить. Кстати, вот это спасатель, я скоро думаю, что я перестану вообще делать, потому что вот у меня сейчас уже 1300. Может быть, конечно, это мало, но, блин, 1300, ребята, у меня уже, блин, я не знаю, сейчас надо... Ой, я наделал этих спасателей, у меня тоже 1000 с чем-то. Вот, надо эти рецепты эти все поскупать и уже как бы не париться. Может, конечно, там еще что-то за счет этого можно будет делать, но пока я только об рецептах знаю. Кстати, а почему бы сейчас и не поскупать половину продуктовых рецептов? Ну, поскупай, посмотри, что к чему. Да, я тоже так думаю. У тебя, кстати, на гильду нет значков? А, да я только недавно спустил, я сейчас еще буду спускать. Пусть он пока рубает, и я пока в общем пока скупляю рецепты. Я, кстати, в гильдии еще сделал опыта битвы 6%, уровень 5 получаемых очков содействия. Ага. Ну, маленько и там тоже подкачиваю. Опа, у меня тут, оказывается, что-то завершилось, и я даже это не видел. Так, рецепт есть. Рецепт.
А нет, ты знаешь, все-таки рецепты дофига стоят. И их тут очень много, я смотрю. Хотя нет, не дофига. Что-то я загнул. Тут это один или два рецепта за сотню, а все остальное по 16, по 20 монеточек. Я сейчас тупо их забираю. А, я хотела посмотреть создание курицы в панировке. Я же так и забыла про нее. А, мясо второго сорта. Тьфу ты, блин. Так, смотри как. Да, я чувствую, я за счет этих всяких прибавок буду расти, причем четко буду расти. Потому что я реально, блин, сейчас спустил довольно-таки много вот этой фигни очков этих. Но зато все рецепты я сейчас куплю на мой уровень. Следующий уровень восьмой. Да, тут следующий уровень покупка А возможна на что ты за восьмом. рецепты хочешь купить? А я все рецепты купил. Я вот сейчас точнее, Какие? все рецепты продуктовые, блюда. Вот я А сейчас как ты все. их выбираешь? А смотри, нажимаешь на А, третий пункт. блюда вот есть. И там есть Ну блюдо. вот грибы на гриле, вот зачем они тебе? Ну не знаю, чисто что Нафиг. были потом понадобятся. Перечный напиток. Может потом Перечный понадобится. напиток. Кстати, я вот сейчас 3 минуты посмотрю. изготавливается, и чё, и все, Суши. ничего не дает. Суши, регенерация маны за 1 секунду 4%. О, а почему бы не сделать? Суши Тем я более уже себе ем. сельдерей и рыба нужна. Я сделаю. Так, штучки две. Суши я сделала себе много Ну вот, уже. видишь? А ты говоришь, там типа для чего оно надо? Вот! Перцовая приправа, что-то там. Так. Жареное мясо. Ну А нет, я ладно, все. давай сделаем тоже, накупим всего. Просто я Они. боюсь, что мы потом. Острая курица гриль. О, нифига себе, острая курица гриль 8000 здоровья добавляет. Но она делается из панировочной курицы. Ну да, там как бы куча всего. А я тут смотрю, некоторые делаются рецепты тоже. Вот, допустим, я сейчас апельсиновый пудинг могу сделать. Так на него нужно питьевое желе, апельсиновый сок и апельсиновая пряность. То есть кучу всего такого вот варианта. Кстати, кто-то к нам присоединился, а ну посмотрю. Да, теперь нас трое тут, в принципе. Четверо. Четверо. Ну хорошо. Чуточку будет быстрее. Так, универсальный соус. Увеличить регенерацию маны? Нет, это немножко не то. Кстати, Ну, может сделать универсальный соус. Он больше регенерирует маны, между прочим. То есть а если я думаю, что суши до 4%, а вот универсальный соус, он 10%. То есть он совсем жесткий. Так, блин. нам надо шлепать. А, блин. Где там хавчик был? Блюдо. Нам То есть. надо идти дальше, я думаю, потому что мы сейчас Пока что здесь. дерево пилить не будем. Я думаю, нет смысла. Слишком долго. Слишком долго, да, лучше этим как-нибудь. Ну хорошо, сейчас я тогда досматриваю тут последние пару этих вариантов. Я, если честно, сейчас мы накупили столько рецептов, Ага. То сейчас уже путаешься, да? что я даже сейчас не знаю вообще куда. Пошли, там тем более один уже свалил, чувачок. Да вот я тоже думаю. Знаешь, а ты вот бегаешь, ты картошку не видишь по дороге? Нет, к сожалению, тут картошения никакого пока нет. Хотя стоп, тут вроде что-то было. Не, уже если что-то и Ну что, было, у нас там там обратно. есть картошка по заданию? Это у тебя есть картошка, а у меня картофана вроде бы нет. Нету? Ну, по крайней мере, пока мисс. Я ж не все, блядь, там некоторые задания не сделал, поэтому, скорее всего, будет, но впереди. Так, а что у нас здесь? Ага, 942 Я просто рейтинг. думала пока. О, у тебя больше рейтинг, чем у меня. У меня, кстати, 720. А, да? А. Вот такая вот фигня. Ну что? Ты где там? Так, Далеко? секундочку, я бегу по дороге просто. Ага. Картофан ищешь? Ну, я просто бегу, думаю, может, продать эту картошку я надо, конечно. Так, я пока значки гильдии посливаю. Чем бы нет.
Да, надо посливать, посливать. Интересно. А где картошка? А, Ну, вот вот, она по а, карте. картошка, да. Она находится внизу. Самая нижняя часть карты вся. Побежала, я сейчас быстренько туда забегаю, пока ты там Блин, что-то. Ань, ну. Что ты там Могли. сливаешь пока? А какой сливаешь? Мы могли, в принципе, сейчас уже А, да? добежать А порыбачить. в принципе, вот я сейчас тебе скажу, и ты можешь заходить, и я думаю, я автоматом залечу. Ты уверена? Потому что если ты не взлетишь, будет не весело. Так, а что мне вообще дают? Сейчас посмотрим. Водоросли, водоросли. А где эта Водоросли. картошка у меня? Я еще, честно, не вижу. Дают. Ты че, о, рыба первый раз. А где эта картошка-то была? Да ее, наверное, кто-то кемпирит и Ну-ка, собирает. попробуй. Ну, сейчас. Но мне кажется, что ее реально кто-то кемпирит. Походу, она и такой нужный элемент, поэтому ее кемпирит. Да, меня сейчас закинет прямо отсюда. Ну, отлично. Все, я залетела. Это есть гуд. Я сейчас, наверное, Только что-нибудь я задание не поправлю. выполнила, не сдала. Ну да Ага. бог с ним. Блин, как он дебильно хавает, пьет воду. Долго, долго, да, надо Он у меня на вставать. корточки садится. Не то, что Да, у меня тоже. Так это так тупо выглядит, как будто он по нужде выходит. Я Я сейчас тебе... тоже похаваю. Суши там всякие, муши. Ага, я уже. Да, я тоже сейчас присела. Я тоже сейчас присела по маленькому. Появились. Я тоже присела по маленькому. Ага, так я тебе про это говорю, что, ну, блин, тупо, ну, сделайте. Тем более, зачем приседать, что-то запивая? Я вообще не представляю, как... Вот программисты, наверное, когда вот делали, они, я не знаю, может, какие-то гибриды вот так вот, блин, пить, приседая, это вообще жесть. Ну, знаешь, как они подумали, так они сделали. Умельцы, да, как подумали, так и сделали. Видимо, Я понимаю, там... они именно так пьют. Ага. Так я говорю, гибриды какие-то. Пионы огурцовые. Одни трупики, Аня всех тут уже зачистила. Нет, у меня еще есть Вот товарищ. так и огурчики. Ой, эти, блин, каких. Грибочки. Тук-тук. Конфетки, бараночки, грибочки. Тыщ. Тыщ, Тыщ. тыщ, 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 тыщ. Да, выносим, 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 ребята. Да, главное, чтобы нас не вынесли. Ага. Не, ну тут кроме босса, в принципе, никто не осиливает. Ну, по крайней мере, меня. Бомбочки! Тыщ. Получили, товарищи. Еще не пришло время, надо постепенно. Так, подожди, кто-то еще. О. А тут, а вот тут еще, наверное, типа мини-фигня какая-то. Так, все отбросили кони. Насыпало с них довольно-таки хорошо, кстати, в синеньких Сыпет и черненьких. хорошо, вообще хорошо. Мне, кстати, что-то оранжевенькое упало. Да, вот то же самое какая-то Но фигня. это было не снаряжение. Опа, босс. О, Это кто вообще с... ты? Какой Кто этот ты? Это какой-то умник. чужой, блин. И самое прикольное, у меня чувак сразу бегает. У меня да какого хрена ульта прошла прям, я ж никуда. Этот дебил с ним поболтать или прикинь? Ой, блин, я зазря включила. Так я тебе говорю про такая же фигня. Щегет. Время ждал. Мы в последнее время, когда чувак видит боссов, Вот он он. почему-то текает сразу. Чувствуют? Ой, он бежит ко мне. Или это не он? Или. Так, я включила всех своих собачек. Я, короче, побегу сейчас. А нет, отхил, О! кстати, работает. Отхил. Ой-ой-ой-ой-ой, отхил Собачка? не влетела на меня. Собачка? Отлично. Одна собачка долбит бомбами. Ой-ой-ой-ой. Он, короче, какую-то фигню врубил, и все, что там рядом, меня, короче, там расшмонало. Да ты кого, блин? Товарищ! Да? Ой, ой! Вот, вот сейчас вот такую же фигню он рубил, и все. Блин, ты кого бьешь? Ты чё, Да дебил?
Блин! Ивашка, блин! Да он, прикинь, я нечаянно на тройку нажал, и он сел пить банку. Да, вот меня так убил один из боссов. Ну ты все равно молодец, зашкварил его. Незнакомец, ты способен противостоять мне? Ха-ха-ха, ты другой. Отличаешься от других, отличаешься от нас. Да, у меня мне пофиг. Нормальных, а не какой-то зашкварок с языком. А я маленько почитала тут. Да уж. Так, выходим, выходим, товарищи, выходим. Я нас забрасываю. Забрасывай. 942 или 3. Мощность. А как нас туда пустило тогда? У меня меньше. Без понятия. А у тебя меня... сколько? Подожди, так это может на двоих теперь оно делает? Кстати, не знаю. А, может быть, кстати. Поэтому и забросила, что типа пати на двоих и... Ой, броненосцы что ли здесь? Офигенно, да. Эти чувачки, о, блин, чувачки уменьшенной копии с аниме Берсерк. Прикольно, с колесами, только там они... О, грибочки, смотри, сколько грибочек. Грибочки. Чки-чки-чки-чки-чки. Да, тут и правда какие-то новые черненькие валюты. Еще не пришло время. 40-й уровень. Ю-ху. Ой, блин. Мне еще до 40 уровня там ползти. Так, секундочку. Давай. Я посмотрю. А я чутка про этот, как его, понабивай. Так, а, ну да, набивай. Правда, тут походу я зашел. Ну я могу прокачать, наверное, вот эту вещь. Я тут босс. Это паскуда, причем меня сразу... Упсунул, гад. Так, ты там кони не двинь, главное. Не, ну я не двину. Так, тебе товарищи в бой. Это какой-то... О! Блин, я нарвалась! Да, он, у него какая-то херня. Короче, он меня разорвал. Это херня, мне это же... Чаю. Что это у него был за навык такой дебильный? Я не знаю, в какую-то клетку меня взяли. Ага, и меня причем разорвало. А, да ё-моё, да как так-то? Вот так вот. Все видео будет про то, как Аня проходит долбит босса. Да, вообще. Не, ну это реально паскуда ни о чем. Я не знаю. Знаешь, это может... Не, вообще без вариантов даже. Да это вообще без вариантов. Блин! Черт, она опять, слушай, она кидает какую-то фигню сдали. А, вон она, это, блин, Спайдермен хренов. Да кого ты сел есть? Черт! Беги! Блин. Саня, ты где-то хоть бы помощь? Нет! Как ты мог меня бросить, друг мой? Как ты мог уйти? Мне же плохо без тебя. Это было жарко, ребят, жарко вообще. Мне пришлось попотеть. И злой енот просто меня бросил. А это еще не последний босс. Черт. Как ты мог меня покинуть? Одной мне очень-очень грустно. Все монстры бегут на меня. И появляются со всех сторон. Фух.
Мои собачки меня хотя бы спасают, они со мной. О, черт! Саня, где же ты? Тут твои любимые грибочки, они только все на меня нападают. Что там будет готово, собачка? Приди ко мне на помощь. О. Так, 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 куда же дальше идти? Идем, мы в полном одиночестве. Я так полагаю, что нас ждет впереди какой-то супер босс. А я одна одинёшенька, у меня нет поддержки. Фу, сделаем небольшой перерыв. Так, что мне надо? Четверочку надо съесть. И суши надо съесть. Ага. Время истекло здесь. Ой, бомба! Блин, они, вы смотрите, что с ними. Они, короче, с щитами на меня. Ой, видимо, сейчас будет босс. Но я могу плюсануть. А какой я баф могу плюсануть? Что-то никакого. Так, наверное, вот этот сделаем, потому что он все-таки стреляет быстрее. Ну что, поехали, посмотрим. Тут много бомб. У-ху-ху-ху-ху. Собачка, иди ко мне на помощь. Улем. Ой, как ты мог меня бросить? Как? У меня вылетела эта фигня. Ой, как тут жестко вообще, тут так жестко. Я до сих пор еще в этом данже. Да я уже про то, что тебя выкинуло, я тут так ревела. И вообще я так плакала, что тебя выкинуло. Наконец-то ты с нами. Со мной, со зрителями, я не знаю. На меня тут полчище просто твоих любимых грибов нападает до сих пор. Тут, короче, все продолжается. А я не знаю, что сразу. Это, походу, интернет. Ну, что-то крюкнуло. Босс там был просто жесть. Это был не босс, понимаешь? Босс меня ждет впереди. Это был не босс? Да, я потому что еще здесь. И босс впереди. Поэтому я очень сильно плакала, когда ты вылетел. И продвигаюсь я очень медленно. Не, нормально. Сейчас это прохожу, короче, ребят, получается уже без Сани. Потому что там технические неполадки у нас произошли. Но эту миссию вы все-таки, этот данж посмотрите с моего ракурса. Да, данж вот реально жесткий. Это капец, одним словом. Потому что я тут все-таки хорошо, что у тебя ближник. Потому что, если честно, вот одна я сейчас очень долго прохожу. А я, кстати, наверное, попробую зайти. Мне все равно чего надо. Я попробую его зайти. Один? Да. Хотя что-то мне кажется, что мне там таких люлей навешивают. Говоришь, долгий он? Долгий, я до сих пор здесь, и еще пока не знаю, я не вижу конца. Последнего босса нет еще? Босса нет, и вот я все еще иду. И не знаю, чего ждать. А вот последний босс. Блин, тот же самый, что и был. Это типа... Да, я уже мог бы тебя подождать, что ли. Собаки! Еще одну собаку пуляем. Двух собак, короче, пока его собаки их фигачат. Я, короче... А, нет! Ну как ты мог?
Я ж собак на тебя пустила. Как он мог ко мне прийти? Блин, это трэш. Знаешь, трэш, что? Я собрал всех мобов и так. Сейчас на босса. И вот сейчас я на боссе все мобы у меня. Вот это это жестко. Он меня с удара срезал. Да ты чё? Да, эти подземелья. А там получается что фишка? Он вот это говно кидает, когда... И все, мне там хана. Ну, когда это говно кидает, как бы надо убегать. Ну, блин, а ты просеки еще, когда он эту фигню выбрасывает. Ой, как мне жестко, как мне жестко. Блин, вот у меня собаки, конечно, это не просто, это... Мне так бесит, куда что? Ты? Блин. Чёртова. Слушай, чё? Алло? Ты где? А здесь. Блин, да кого ты жрать пошел? Бляха, беги. Слушай, ну меня напрягает, что у меня на эту кнопку там еда, и там же еще один удар. Так убери. Блин, надо убирать теперь. Ну просто этот удар больше некуда убирать. Ну, надо что-то придумать. Блин, ну мне его еще знаешь сколько пилять? Получи, тварь. О, 3000 минус! Беги! Тварь! Как этого носа зовут? Сяка Бэйн! Ты, блин, сяка хреновая! Хреновая сака, блин! О, тварь, беги! Нет! Это жесть, тварь! Сяка, бей его! Бей эту сяку! Черт! Беги! Собака, давай! Беги! Так. Сяка бей! Собачка, давай! Удара срезает, тупо! Сяка бей, давай! Давай, сяка бей! Бомбие! Блин, это жестко, у меня аж пальцы болят! Завалило это козла. Черт, да? Это просто невероятно. Фу, ребят, это пот. Наконец-то в этой игре пошел пот. Да, весело. Я просто не чувствую пальц. Это сяка бэй, блин. Это реально сяка бэй. Пальцов. Вообще, это жестко. Это реально жестко. Если честно, теперь мне игруха нравится еще больше. А мне нет. Это угоралово, блин. Не могу ни пройти, ни добиться ничего. Какая-то тупость, честно говоря. На ближний класс тут вообще ни о чем. Я вот сейчас думаю очень о том, чтобы тупо забить на ближника и кого-нибудь начать делать из дальников. Что-то мне так вот этот ближник не понравился, я тебе кричу. Ну я просто понимаю, что нам с тобой, если мы оба будем дальником, может быть тяжко? Совсем тяжко? Не знаю, Аня, честно говоря. Не думаешь? Не знаю, посмотрим, в общем, по обстоятельствам, как получится. Ну, в принципе, будет свободное время, как бы, конечно, почему бы нет? Почем бы и нет? Этот, что хотел сказать? Ты где? Я вышла, я стою в серединке. Ага, у меня тебя просто пока не вижу. А ты на каком канале? Ага, а я на втором канале. Так, А я на втором. Я вот на второй канал сейчас бегу. Синий экран, вот это хуже всего. Синий экран смерти. Ну что, ребят? Да, Саня, он же злой енот, и... Аннет. В общем, всем до свидания, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. И да, сегодня будет было тяжело, но ничего.
Кто-то совсем был ваткой, как я. Кто-то ватка, рвал, да. Как Аня, да. И вылетело еще нестабильненько, в общем, из-за чего вы увидите теперь прохождение со стороны Ани. Так что, ну ничего. Зато будет весело. Точнее, было и будет. В общем, подписываемся. Всем до встречи. До встречи.